Итак, вот мы вроде бы в эфире. Потекло все куда нужно. Весна, все текут Ну, еще нормально. не весна, ну ладно. Так, что, всем привет! С вами Скудер, с вами Антоха WhatsApp People, канал Мужского стрима. Всем привет! И Александр, спасибо тебе за такое сообщение, то что спасибо за Dead Space. Стараемся. Resident Evil 5, в общем, у нас снова продолжаем. Вот, вчера чуть-чуть дали передышку зомбарям, в общем, всем этим африканцам, бедным крестьянам. Будем надеяться, что они отдохнули хорошенько за вчерашний день. Ну и сегодня опять будут очень хорошо принимать наши удары всяческие. Вот, так, ну что же. Привет, старожилу Твича, Алекс Вульф, вославь Шевушку. Да, восславлять сейчас будем Шевушку. И не только. Так, Саня Лысенко тоже привет. Удачно вам посмотреть на наш целый мост. Так, короче, я на прошлом стриме, если вы помните, я там что-то кипишевал по поводу того, что мы какую-то BSA-эмблемку одну пропустили. Ну, помните, где с Гудвинами бились. Но, оказывается, зря это делал. Зашел, в общем, в бонусы. По-моему, в бонусах, да, вот у нас 19 штук собрано из 30. В общем, осталось не так много, 11 штук всего собрать. Ну и, в общем, вот они тут всякие открываются штуки интересные. Ну, это все просто эти. Вот за 500 очков это, ну, фигурки и разные описания. То есть это ничего интересного. Самое интересное тут внизу, но оно еще ничего не открыто, потому что надо как минимум один раз пройти игру и собрать некое количество эмблемок. Но так как игра еще ни разу не пройдена, поэтому оно и не открывается. Ну и, собственно, вот здесь можно смотреть, сколько у нас чего собрано. То есть вот внизу, видите, 3 из 3, 5 из 5, там 3 из 3 эмблемок. И вот, собственно, та самая зона, вот она, 2 из 2, все собрано, в общем, везде. Так что пока идем без потерь, все нормально. Вот, я надеюсь, и дальше также продолжится, и соберем мы все эмблемки БЦАА, как на русский язык переведена эта организация. Так, ну что, погнали. Давай. Так, онлайн по приглашению. Ага. Все, едем. Ну, сейчас эта игра начнется. Как обычно там. Скажешь. Так, ну в прошлой серии мы завалили товарища Ирвинга, таки, весельчака. И вот так, ну, Жорж, блин, даже за сутки не смог рожу свою вытереть. Все так же, вся харя в шоколаде. So, you two are really going to go through with this? Yes. А чё, ты типа с нами не идёшь? Как это дело не только в Джилл? Дело только в Джилл. Ради Джилл вообще и играем. Жорж, а? Поехал обратно, короче. Видать, там еще запасы есть шоколадок. Давайте, ихтиандры. Ай, блин. Так, ну чё, кидай эту. That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. There is a connection. И вот так. What does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move.
Так, только я вот не знаю, где контрольная точка. Следующая будет. Сейчас добегу куда-нибудь, надеюсь. Так. А мне, как хрупкой женщине, приходится смотреть на этого брутального, немытого, небритого мужика с его банками на руках. Можно перезапустить. Чтобы начать игру, не нужно перезапустить ее. Типа рестарт, если нажать. Ну давай. Не знаю. И сейчас мы вместе должны быть, по идее. Mm-hmm. Да. Так, что у меня тут? Флешка. Что за флешка? Так, ты там проверь, у тебя проданы ли сокровища все? По идее, да. Ты ж к моей игре коннектишься. Одно на всякий продам. Случай. А, нет, есть, да? Так, продам. Так. Вот. Баба вечно найдет, что продавать. Я найду. Так, наверное, дроп пока уберем. Патронов один хрен нет. Да и тем более ты с дробом бегаешь. Так. Наверное, вот это вот я отдам тебе. Так, стопэ. А что ты мне отдал? Так, Саня Лысенко пишет: помню, как я мучился с поиском в первом Assassin's Creed флажков Ордена Тамплиеров. Так все не собрал и плюнул на эти доп. Задания. Ну, все зависит от того, я думаю, насколько игра в принципе нравится. Ну, то есть, фиг его знает. Например, в каком-нибудь шестом Резиденте, да, я никогда в жизни бы не стал собирать эти... Ну, там тоже медали какие-то есть, что-то типа этих же эмблемок PSA. И мне нахер там не сдались, потому что сама игра говно. GTA, вспомните, сколько там всяких... Найди там постер или разрисуй стену. Это же вообще офигеть. Да, ну я и в GTA этим не занимался, потому что... Я в GTA обычно таким вообще не заморачивался, я тупо там... Воровал машины, избивал, убивал всех. Ну, как и все. Да, да, сюжетка мне глубоко по барабану там была. Так. Да, бабла нема. Так, ну чё, всё, готов. Ага, ну окей. Мы здесь. Так, ну что, поехали. Heard it before? That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound. Tricell, кстати, где-то фигурировала и в мультиках капкомовских. По-моему, во втором. На самом деле, так, опять, достаточно качественные мультики, как он делает, они и сюжетно с играми связаны, то есть, в принципе, кто не смотрел, советую посмотреть. Ты видел последние мультики Близзарда? Ну, насчет Warcraft'а там? Нет, я вообще не знал, что у них есть мультики. Воу! Будьте так любезны. Просто есть флешкой убить более 5 врагов, точнее 5. Как раз пауки флешки боятся. Ай, прости. Забор подкрасти. О, вот они повылазили, блин, после этого. Я не с ним. Он...
вообще. Он мужла, но не проканала. Так, давай. Куда ты там, блин, летаешь? Адам? Короче, их можно ножом убивать, но это когда их там 1-2. Еще можно вот так. Стоит. Так, вроде все, но вот тут еще что-то. Или ты сбивал со стены? Нет. Штучка. Трючка. Майо. Стой. Так. Дай мне патроны на пистолет. Так. Саня Лысенко пишет: я тогда историю плотно изучал и хотел пройти первого ассасина на 100%, не получилось. Ты историю, в смысле, изучал по Assassin's Creed, что ли? Молодец, нашел. Ну так. Есть у кого учиться. Так, фу-фу-фу. А. Усё. Так, новости появляются. Какие паучки классные. Берут патроны потом. Срут ими. Вот я вот в жизни не люблю всяких жужиков, всяких летающих пауков, жуков. Вот терпеть не могу. 31 не, год. Я человек. Боюсь только этих пауков. Ну так, приятно говорить. А, мимо пробежал, смотри, вот видишь? Бегает. А, вижу. Блять! Так, да здесь Саня, нужен Саня, гранатомет. Воу, вот здесь можно было и это. Здесь вот гренку и надо было кидать. Так, еще один. Так, Саня Лысенко еще задает вопрос. Да блин, вы задолбали, дайте прочитать, парень. Это хейтеры. Хейтеры точно набежали. Ребят, а мультипликацию Ре Capcom снял? Если да, то получилось шикарно. Мультипликацию? Да. Ну нет, у них только, насколько я знаю, есть три мультика, ну или анимационных фильма, ну графических. Все. Три анимахи снял Capcom, вернее, не то что снял, а был продюсером. То есть снимали, по-моему, не они. О, Вова Артюхов, привет. Привет. Саня Лысенко, там историческая линейка шикарная. Да, я заканчивал ИСТФАК. Ну, по-моему, видеоигры все-таки это не та тема, по которой надо историю изучать. Как и художественные фильмы, в принципе. Ну, это чисто мое мнение. Так. Ну, вроде все подобрали, да? Тут черепа разбивал? Да. Забрал оттуда эту хрень. Так, ну, погнали. Сейчас, по-моему, КТЕшка будет. Так что можем сдохнуть опять, отъехать в мир иной. А Д или В? А, нет, нет, не сейчас. Все, забыли, короче. Сейчас, у тебя же снайперка с собой? Ну, конечно. Опять нужна помощь. Воспользоваться. Хрупкой женщины, конечно. Будет пользоваться. Снайперша. Так, ну, по-моему, не отсюда. Отсюда не видно. Looks like there's been some recent activity. I hope Irving was telling the да, truth when he said we'd find answers in this place. Mm-hmm.
патрончик. А, ну вот, мне патроны пистолет. Вот. На пистолету. Так. Угу. Нормально. Так, топаз он лежит, возьми. Лапки. Так, блин, самое главное... Эмблемку пропустить. Так, ну это, по-моему, будет... А, во, вон, вижу, вижу. Вижу. Ага. Эй. Ай. Да нафиг. А чё, снайперка нет? Ты сейчас весь боекомплект, блин, уложишь. Да. Ай. Встань ближе сюда, вот нет. Да что ты будешь делать? А! Есть. Главное, навожусь, пытаюсь, а оно не хочет. Это вот все вот это виноват. О, видишь, паучки какие. Красивые. Пока еще нет. А, красивый, да. Можно мне его это? С ним даже, по-моему, яйца выпадывают. Не. Пустой. Так, Саня Лысенко. Это понятно, но тема крестовых походов у вас осенне подробная. Ну ладно. Так, сейчас тут, по-моему, сокровище должно быть. Ну ладно, я тебя оставляю наедине с этой крестью. Пошел, вот, да. Мои блестяхи. Так. А, вот здесь нас сейчас разъединят. Так, перезаряжаем. Так. Так, давай. Где ты там есть? Тут я есть. Я вообще не есть. Больше пить. Ой, спасибо. Хоть для чего-то мужик пригодился. Тут патроны дают. Я только для этого и нужен. Ну да. Патроны. Я случайно. У тебя вечно все случайно. Вот сейчас вот по-любому материться. Отключил микрофон и материться там. Антоха. Здорово, Рокс. Так. Так. Ну, короче, нам сейчас... Ну как, ты-то уже там, где надо, а мне надо будет сейчас продираться сквозь толпу этих упырей. А, ну давай. Так, чё, где ещё? Да, блин. Сейчас сдохну нахер. Отходи. Ну? Хорошо, так, я приму лекарство, наверное, все. Вау. Так, тебя долбят, но я не пойму, я вижу, откуда. Да. А, все, нашел. Здрасте. Так, да, блин, встал уже, что ли? Все. Да, блин, еще у тебя один. Там трава под боком. Ага. Сначала зомбаки под боком. Воу. Хорош. Да, блин. Воу. Чё это с тебя вылезло, мужик? Внутренний мир. Весь внутренний мир. Да, всё. Причём я его не вижу. Шатался. Так, блин, надо ещё одну взять травку. Вон у тебя трава была. Ты её взял? Там всех перестрелял с той стороны. Ну, я никого не вижу, но они там сейчас еще выйдут. Ну, главное, чтобы это,
стрелял тех, которых видишь. Да не, вроде бы все пусто. Сейчас вон оттуда вылезут еще. Ублюдки. Ну ладно. Понятно. Так, о. Хорошо. Да чё ты сразу в руки-то берешь? Блин, мне это... Вау, сколько летучих мышей, блин. Я аж очканул. Так. Да, мужчины, сразу в руки не берите. Нифига. О, промазал. Спортсмен. Хорошо. Повезло, блин. Мать его. Так, ну все, вроде отбились. Так, о, Денис Прахов, привет. Привет, друже. Добро пожаловать на наш стримчанской. Так, что у нас тут есть? И от меня привет тоже, конечно. Опять этот кто-то лазит. Заходи на мой канал, отписывайся от его. Нафиг оно тебе надо? Попухчу немного. Ну я же баба. Так, что тебе подключить? Вот. Открывай эту. Так, давай у тебя маленькая одна есть. Ну давай одну маленькую. Да, есть. Сделаем. Ага. Ну, ага, ага, ага. Давай, напряги булки. Давай, давай, давай. Тебе как раз надо жопу подкачать. Нормальная жопа, между прочим. Все, пошел вон отсюда, мужчина. Давай ты здесь и останешься. Так. Там еще один сундук есть. Сундук этот есть. Вот хорошо, что ты к нему не полез. А, ты, наверное, и сейчас бы ничего бы и не сделал. А я бы... У одного. Потому что это ловушка. А, да? Давай, ну, пошли к этому сундуку. Мы ж типа не знаем, что там. Конечно, не знаем. Такие, о, сундук, и ты так, ты такой чисто, а, еще сокровища хочу. Конечно, бабки, хочу бабки. Хочу себе от Кельвина Коляна еще что-нибудь купить. Давай, возьмем. Поэтому, да. Да, да, ну все беды из-за бабки. Ну, не спал. Привет. Пацаны. Леща тут хотели дать конкретного. Ну. Паучков своих. С куколки бьешь. Хедшот. Так, вау. О, пацаны! Ой, сзади бил. А, ну ладно. А, блин. Пошли треугольные наши камушки. Так. Так, сейчас, что-то короче, есть? Будет еще одна ловуха. Давай, бери снайперку, надо будет тебе перестрелять вон тех вон. Сейчас погоди. Мудя звонов. Мудя звонов? Ага.
стойте на месте. Давай. Давай. Чихнул. Чихнул. Долго чихал. Короче, сейчас мы... А, вон стоит еще один. Видишь? Угу. Сейчас туда спрыгиваем, и огненные камни будут, короче, шарашить прям по этой... По всей этой территории. Между ними. Не, я так не попаду по ним. Да ладно, хер. Он... Короче, это... И надо будет... Ладно, давай спрыгиваем сначала. Еще здесь ничего не собираем. Тут патроны. Тоже один нахуй возьми. Что-то есть, что-то нет. Привет, Вася Плей, привет. Сзади тебя он, чувак, говорит, все. За ним он ходит, даже не замечает. Он тебя насадил бы на свой длинный штырь. А может, ты бы этого нет. Не хотел, да? Он тебя... культурный. Блин. Вот они, эти шары. Сейчас забегаю вот на эту площадку. Тебя быстренько раскатают, а потом соберем это все говно. Короче, смотри, сейчас это, давай полечимся. Давай. Моей хрени. Сейчас крутим, короче, вот эту штуку, и надо будет вон ту дверь быстро-быстро бежать, потому что она начнет закрываться, как только мы ее откроем. Понял? Давай. Давай. Кто первый успеет, тот молодец. Главное под шары не попасть, конечно. Так, так, ну тогда вот это бежал. Дверка приоткрылась. А ты держи. Ау-а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 у. Есть. Ни слова о PS2. Не, о PS2-то у нас как раз много слов. Много. Хороших. У нас о PS3 что-то мало слов, на самом деле очень. Ну и о PS4 не сказать, чтобы очень много. Так. Так, 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 так. А! Это мы, получается, отсюда и сняли тогда. Да. Можно было, короче, тогда не стрелять. Можно было потом отсюда... По-моему, эту BSA-эмблемку снять. Если не ошибаюсь. Ну, ну ладно. Ну и ладно, господи. Так. Так, что-то я забыл. Ну чё, давай сюда спускайся. Тут патроны у меня есть. Так. А у тебя? У тебя на автомат, на пистолет. Ну, в принципе, нормально. Так, оп, оп, оп. Ой, спасибо. Окей. Вот сейчас, наверное, будет КТЕ. Ну-ка. Да. Сейчас вот только вон туда наступим, и начнут колонны сыпаться, все обрушиваться начнет. И надо будет какие-то кнопки жать, какие я не знаю. Главное, чтобы несочетание какое-то, несочетаемого ВФ или что-то такое. ФВ. Погоди, сейчас маковки выпью. А? Чё говоришь? Угу. Говорю, шмаковки выпьем. Так, ну ладно, давай. Ну, погнали. Либо ФВ, либо АД. АД, наверное, сейчас будет. А, нет. Ф. В. Шева! Да. Шева, короче, слишком много награбила и не смогла перепрыгнуть яму. Жопа тяжелая. Да.
Давай опять. Ладно. Надеюсь, что сейчас то же самое будет, а не другое сочетание кнопок, блин. Шеву всем еще покажет. У меня палец устал. Будет нормально. Ну ты чё так зашкварился-то? Просто жать на одну кнопку, блин, и то не смог. Это ж тебе не Metal Gear Solid, где надо сопротивляться пыткам Оселота. Что ж ты так? Все, сейчас вот слушайте мой барабанный бой. АД. Чего? Ага. А про АД никто не говорил. Слушайте, может дальше без Шевы? Блин, у меня сейчас тоже палец устанет. Сейчас я начну шквариться. Нет. Я Metal Gear так проходил. Полетели. У меня палец прям потеет. Так, третий прыжок. Да блин. Я курю, Шева! Так не душу. Шева! Ой. Так, еще бежим. По идее сейчас все. Ох, как красиво! О, ну вообще! Брюс Уиллис плачет в сторонке нервно. Спасибо, Антоха, то, что ты так на кнопки нажимаешь, то, что ты молодец, Антоха, ты там супер. Там подписывайтесь на его канал. ЧСВшник там. Сюда. А. Хорош там. Блин, не на ту самому кнопку себе. Нажим. Дифирамбы петь. А чё, сам никак? Ну, разорваться не могу. На две части. Тут это... Человек, он паук. Прикинь, не хочет. Всё. Чё ты стал? Не, я передумал. Не идем никуда больше. Сейчас, где у меня селедочка? Пошли где назад, где мой пузыречек? Все, пошли подсади назад. Подсади меня. Да ну я передумал. Что-то мне и Джилл больше не нужна. Нахер, короче. Пошел я отсюда. Так, ладно. Какие у него глаза. Глубокий взгляд такой прям. Глубокий реально, задумчивый. Ну давай, наклонись уже, раз спереди зашла. Об этом я бы не подумал вообще бы никогда. В смысле сказать такое. Да. Так, сейчас будем загадки решать. Одна из немногих тут загадок. Это я люблю. Тут загадки такие. Ну вот, даже скорее лабиринт, а не загадка. Загадка чуть дальше будет. Так. На-на-на. Чё по патронам? Стоп. 4. А, ну ладно, в принципе, более или менее. Да ты заколебал, хватит. Брать. О, красава, молодец. Всё, в этой локации мы все собрали эмблемы. Так. Опять кто-то пищит. Кто-то от нас что-то хочет. Опять от меня убежала последняя электричка. Самая последняя. Так. А мы им говорим Nein, nicht.
Ладно, тут нифига. Так, моё, моё. Все, что не его, все моё. Так, тут в каком-то, в одном из ящиков, короче, эти, там, то ли пауки, то ли чё, какая-то хрень. Стопэ, назад вернись. Тупас. Мужчина. Ни хрена без баб не мог. Все только контролировать. Господи. Потому что эти блестяшки бессмысленные нахер не нужны. Так. А потом деньги на колеса дай, еще ничего-нибудь дай, бампер покоцал, дай бабки. Ну. Вон Алекс Вульф у тебя спрашивает, зачем вы им говорите 9? Нет, но в немецком языке же как nein это и 9, и как нет. Nicht, nein. Это, в немецком языке одна... оно вообще никак не 9. Короче, ты прям капитан очевидность. Так, тут, короче, гранатомет есть, я вот не знаю, кому из нас его брать. Я не буду. Я вон рыбку собью. Три пушки. Не будешь гранатомет брать? Не. Ну, ладно, я птичку иду. Смотри. Да-да, и я как вас... удачно-то сбил, а? Так, ты вот где ты вообще там лазишь? Во-во, тебе, кстати, да, туда надо. Вот к статуе к зеленой подходи с той стороны. Нам надо по разные стороны дернуть за ручки его. Не надо дергать. Особенно за ручки. Так он еще тот мудак. Сейчас там этот камень должен быть, да. Угу. Мое. Так, ага, здесь у нас стена поднялась, нет, значит, ту сторону надо. А вот что это ты забрал? А ты попробуй ее забрать. Ага. Ага. Каким макаром? А это я птичку сбил. А, все ясно. Птичку жалко. Так, еще одна зеленая статуя. Что-то с каждым разом у них рожи все противнее и противнее. Ты не замечал? У кого? У статуи. Да, нет, у них, по-моему. Так, вот кажется, сейчас я ее открою, и я сам и нарвусь на какую-то какашку. Ну ладно, ясно. А нет, повезло. Значит, следующий ящик не стоит открывать, там то ли пауки будут, или какая-то еще хрень такая. Так, о, Love San Andreas, привет. Тут вопрос такой, а где GT3? Я что-то не понял. А что, кто-то говорил сегодня про GT3? GT3 вчера будет. GT3 вчера была весь день практически. Плюс еще подпись. Мы вчера, по-моему, говорили, то, что сегодня Resident будет. Но, по-моему, да, ну вчера Love San Andreas не было, поэтому... А. Ну да. Кстати, многое потерял. Да, мог бы диск выиграть вчера. Так, а чё ты куда-то пошёл? Вон, бери свои брюлики. Тебе всё? Где? Перенасытился уже. А так. Ты их чё, не взял? Кого? Ты куда пошёл?
Вот где статуя, из-под каждой статуи, говорю, выпадает он. Блин. Вроде не блондинка, а тупая как пробка. Крашеная просто. Так, сейчас, короче, на нас выйдут люди. Хотя людьми их тяжело назвать. Ну, в общем, вот отсюда будут по нам шмалять. Ты, наверное, со снайперки постреляй. А я пойду вперед там. Расшибу их. Не надо нажимать пропустить. Мы уже прохождение делаем. А у меня нет такой кнопки пропустить. Ну ты там что-то нажал. Escape. Ты охренел, что ты будешь закипеть быстро. Так, все, не окружают меня. Ты лучше, говорю, по верхним стреляй, которые вон с луков херачат бомбами. А с этим я тут разберусь. Бах, улетел вниз. Хорошо. Так, все. Бах, разлетелся. Ё-моё, ты чё, блин? Керосину напился. Ублюдина. Воу-воу-воу-воу. Пацаны там. Серьезные такие пацанчики, да, внизу тут. Что-то они, походу, втупили, так не должно быть. Я такой первый раз вижу. Так, как там ништяки собрать? Снизу надо, что ли, подойти? Там что, патроны вон выпали? Так, а ну-ка. А, здесь закрыто. Лас Андреас. А, уже есть, сори, пропустил. Ну да, вчера... Я же еще и в группе писал неделю назад, что будет стрим по GTA 3, и на котором будет конкурс проведен с розыгрышем приза. Вот вчера этот именно стрим и был. И да, кстати, какой Сан диск Андреас, GTA 3 может... у меня есть? Ну, диск-то не GTA 3. Project Cars 2 для ПК. Выиграл Ваня про скейтер. Ну, Иван про скейтер. Разгромил всех просто. Своим интеллектом задавил. Вообще до безобразия. Даже мне стало плохо. Даже ответил так, то что Скудер не мог ответить. Ой, здрасте. Ясно, ясно. Хорошо. Это ж хорошо, что ясно. Так, ну чё, надо дальше как-то валить, короче. Наваливать. Так, тут у нас чё? А, это мы отсюда пришли. Перешли. Так. Вести денег не будет. Что, здесь все собрал? Да, вроде бы как. Давай, тянем, потянем. Давай, потянем, потянем. Ого, 10 человек смотрят, ничего себе. На резиденте, по-моему, еще такого ни разу не было. Народ, зайдите ко мне на канал. Ну что вам стоит? Просто ради интереса. Вторую вкладку откройте и все. Ради интереса. Вдруг там качество лучше. Так, вон, бери еще один топазик или что это. Так, Саня Лысенко, Витя, Антон, а вам гоночки за Крю нравятся? Мне не очень. Пишет Саня Лысенко. Мне понравилось Крю. Ты играл? Да. По-моему, в первую Крю. Ну как первую, единственную. Вот. И там был прикол то, что на руле в нее играть достаточно интересно и легче. На руле играл? Да.
И я играл на клавиатуре. Ну, на клавиатуре, когда ты в нее играешь, тебе приходится делать вот так вот примерно по звуку, оно слышится как... Вот примерно вот так вот. Заело Шеву. Секс, секс, секс. Так, короче, это... Ты куда пошел? Оставайся здесь, наверное. А, хотя, ладно. Я, если честно, не помню. Нас сейчас разделят, ну, то есть, я, допустим, вниз пойду к статуе, а ты наверх останешься. И нападут. Ну, вот я не помню где. Да, по-моему, везде нападать будут. Что тут, что там. А, у тебя лечилка есть? Нет. Есть, да? В общем, если у тебя дела будут совсем плохи, то используй лечилку. Так, давайте патроны дам. И меня, как говорится, не жди. Я тоже, если что, вдруг. На войну? Да, сейчас, потому что нас прям это атаковать будут. Все, я могу тебе. Но сказать. надо, короче, это все равно, как дернем, сразу пытайся прорваться вот куда-то вот сюда, ну то есть, чтобы встретиться. Да не буду. Вдвоем будет, дергать, короче, успокойся. Удобнее отбиваться. Ну а насчет The Crew, я не играл в The Crew, поэтому что сказать не могу. Вот во Wreckfest я бы поиграл, наверное. А, уже пошли, вот сволочи. А-ха-ха-ха-ха. Так, ну что, дерганем? Ой, блин, ты где? У меня жуки. А, блин, нет. Отпусти, скотина! Скотина, отпусти. Ай, так, нифига, ладно, давай тогда отбиваться сначала. Бегим туда, на среднюю полосу, как я. Ага, здесь где-то спина к спине, как говорится. Так, а, тихо. Прилёг. Спина к спине. И с той стороны смотри, чтобы не подошли. Здесь бочки. Я вон тебе патрон не нашел. Иди на дробаш. Возьми. И мимо возьми. Отобьемся. Передадим. Ай-яй-яй-яй, вовремя ты, блин, перезаряжаешься, ёлки-палки. Так. Так. И еще раз. Так. Что, отбились? Нет. Вроде все, да? Все. Ух! Так, вон в ту сторону иди. Там две упаковки. О, тут минки еще, отлично. Только мне их, походу, брать некуда. А, нет, здесь куда. Отлично. Вообще шикарно. Так. Так, и у меня есть патроны на маг. Так, Алекс Вульф пишет. Первый закрю сюжет хороший, проходить можно вдвоем. А, да ты че? Закрю можно вдвоем играть? Тогда я пересмотрю свое отношение к этой игре. Все, что есть, ну, где кооп, это уже, значит, игра, ну, такая, нормально. Может подойти. Так, а что за патроны СШ? Это на Магнум. А, подожди, СШ? Это вот СШ. Слева внизу у тебя, который... Это на гранатомет, вот, который у меня. Так, ну тогда выкинь что-нибудь. Нет, я ничего выкидывать не буду. Че, у меня 12 зарядов на гранатомет нормально пойдет. А дай мне одну бомбу, ну, гранату, а я тебе отдам. А, ну да. Так, Алекс Вульф, а во второй сюжета нет. Потому я даже не покупал. Хотя бету пробовал, но по управлению обе части идентичны. А, так их уже две части наклепали, да? Прикольно. Так, ну чё, ну тогда чё, будь здесь внизу, я погнал туда тянуть лямку. Так, Саня Лысенко, Антоха, у тебя один зритель и три лайка. У тебя, Витя, 6-6. Ага. Вот переходите ко мне. Да,
Так, Рокс. Вторая довольно скучная. Офиговые диалоги и пустой мультиплеер окончательно добили игру. Ну, хорошо, тогда если что, в принципе, можно будет тогда в первую, вон, в коопе с Антохой. Тем более, если он говорит, что играл в нее. Знает, что как, куда. Можно будет покатать. Я так понимаю, The Crew, это ж гонки такие, типа гонок на выживание что-то. Ну да, примерно так. А вторую тогда нахер? Так, там тоже возьми это за статуей. Камушек. Ага, окей. Так, Саня Лысенко. Если в игре можно гонять не только на авто, то она мне уже не нравится. А в The Crew можно не только на авто гонять? А, это те... Это та игра, где можно что ли это... На ходу и прям на перескакивать... автомобилях. На самолет или там... На катер, что ли? Это вот это, вот это закрыл. Ну, это вторая часть, по-моему. Ну, вообще, тогда мне вторая тоже. Я видел трейлер, ролик, мне что-то как-то не особо это понравилось, да. Тема. Так, осталось нам красненькую вон ту дернуть. И смотри. Так, смотри. А что смотри-то? Короче, сейчас дернем вот эту статую, прилетит, помнишь, наш старый друг мотылек здоровенный, такой переросток. Mm-hmm. Это будет босс. Абсос. Так, ну у меня гранатомет есть для него. У меня есть МП5. Давай я тебе... А, у тебя грена есть. Есть. Вот, так что возьми пока что грену сначала. Я тоже возьму грену. Мы сейчас сначала гренами его попробуем затравить. А потом я уже возьму гранатомет и будем его... шмалять. Ну, в общем, помнишь, у него это на пузе слабое место, он когда ляжет, надо будет в пузо херачить. Так, ну что, погнали. Кто первый грен кидает, ты или я? Да он, наверное, с одной греной вообще не ляжет. Ну, значит, его кидаем. Кто успеет, тот и кинет. Я особо вообще на грены не рассчитываю. Тут главное этот гранатомет. Так, ну бери этот рубин. Ну мы сейчас до лестницы, по-моему, дойдем, вот и он появится. Ну назад сюда бежим, короче. А нет, уже появился. Хорошо, сейчас мы его точно уже добьем, когда он улетел после. Там упал в пропасть. Кидаем. Так, вот теперь в жопу ему стреляем. А кстати, ему в жопу можно стрелять, даже когда он не упал. Ну он да, иногда приподнимает свой хвост, ему можно под хвост нашмалять. Да. Ну все. Вот такой вот он, короче, чмошный, оказывается, гранатомет. Я что думал, мы его дольше не так упали. Ты уж и страшный, Бэтмен. Но. Так, Алекс Вульф пишет: смысле на выживание. Обычная гонка типа классических НФС, только транспорт разнообразнее и доп. Режимов много. Гады тут это на понт мне. Смысле? Гопник что ли, ё-моё? Смысле на выживание? Ты чё, попутал, да, берега? Это обычный НФС, а ты тут на выживание. Вообще что ли не смотришь? Алекс, куда вот говоришь? Один так, Алекс Вульф, просто переключение это только во второй, первое чисто про автомото. А, ну хорошо. Один подписчик подписался еще дополнительно. Немец какой-то непонятный. И все, и человека понесло. Смысле? Что ты мне говоришь? А раньше? Господи. Так, по идее глава. Нет. О, Excel. Испаночка. Good. Или кто она там? Итальяночка. О, Алекс. А ты ли это? You know, I was surprised Las Plagas was such a success. Ты что, имеешь? Вескер, что? Ну, в смысле, да, Вескер. Уроборос. Ой, какая у нее незавидная судьба, у этой красивой женщины. А ведь столько могла бы сделать.
Да. Сари-Сари подкатывает к Вескеру, думает, сейчас она его прям расплавит своими сиськами. Вескер уже, по-моему, давно похеру на все вот это вот. Да, Вескер его уже, по-моему, столько раз, всего всякого. Раз такое чувство. Все может быть, отвали. Не, Вескер классный. У него столько вирусов. Вескер, что... кстати, гораздо круче вот игровой вот этой пятой части, чем то, что Крис Вескер в, это, в фильмах. Такой там он абсос. Да. Так, вон женщина-ворон тут. Обиделась. Плевать ему на тебя. А костюм... спина-то какая? Вы видели спину? Да, костюмчик шикарный у него, конечно. Отлитый из... Он что, не успели сделать? Стать богами. Стать богом. I believe I should thank you, Spencer. Мы есть Веном. А, ну да, глава. Эй, блин. Блин, ББ. Ну, три смерти, да, они, конечно, подкосили. А у меня две Ашки и две Бышки. Ну и ладно. Да, и, кстати, ну, господа, опять же, я извиняюсь за то, что у меня такой голос, потому что я немного приболел. С голосом да у меня ладно, немного блин, проблем. Так, ну что, давай на минутку отойдем. Перерывчик хочешь замутить? Чего? Перерывчик хочешь замутить? Да, на минутку буквально. Так... СТ-Вектор, привет. Привет, друже. Опять в компьютере сидите? Да. Resident Evil 5, все дела. Ладно, тогда давайте, ребят, мы прервемся на пару минуточек. На пару минуточек? Ну да, где-то две минуты. Ну, две-три минуты, в общем. Скушать, и все. Ага, так. Саня Лысенко, Выбитель зла. Второй фильм. Джилл хреново сделали. Сиськи маленькие, морда тупая. Окей, после перерыва поговорим на этот счет.
Так, ну ладно. Я-то вернулся. А вот Антоха что-то там... Дать пачку решил сожрать. А. Блин. О. Так. Пришел. Так. Так, Саня Лысенко, значит, у нас тут про фильм высказывался. «Убитель зла 2». Джилл хреново сделали, и, в общем, все у нее маленькое, все буфера. Но на самом деле в фильме Джилл играет актриса, дай бог памяти, Сиена Гилори, по-моему, ее зовут. Так, имя, фамилия. Ну, на самом деле, мне она, в принципе, понравилась. Именно если брать вот тот аспект, Саня, который ты сказал, да, может быть, этот аспект маловат по сравнению с ее компьютерным прототипом, так сказать. Но вообще актриса прикольная. Именно вот во второй части мне понравилось, как она сыграла. Такая. По крайней мере, мне она больше понравилась, чем Мила Йовович. Вот это вот какой-то терминатор там вообще непонятный. С вирусами внутри. Вот. Она мне больше понравилась. Вот. Что касается вот второй именно части фильма. Но она еще появлялась там в четвертой части, в пятой. Вот. Но там ее уже перевоплотили, она там типа злой была. Ну и это уже совсем, совсем другой резидент был, на самом деле, уже вот эти четвертая, пятая части, там что-то с чем-то непонятное. А во второй, да, нормально было, в общем-то. Так, Вектор, привет, вроде поздоровался, а чат сожрал сообщуху. А, да? Ну, ничего страшного. Может, это вообще тебя, вон, Саня, твои сообщения удаляет. Может, ты ему чем-то не понравился. Может, там приветствие было какое-нибудь нацистское, например. Шучу. О, Culture Code. Did the stream end? No. It's only pit stop. Hi, Culture Code. Так, WhatsApp People тут провоцирует народ, зазывает на свой канал самыми низкими методами, которые он может только сделать. Ну а чё от него еще ожидать можно? Естественно. Так, oh, hi, Culture Code. Yes. EBHSS. Антох, ты вообще здесь, нет? Конечно. Чё ты как-то тихо стал разговаривать? Ты... Тебя кто-то спать уже лёг или чё? Нет. Ну ты реально почему-то тихо стал. Ну... Вот так вот как? Ну, вроде получше. Хотя, опять же, пока нету внутриигровых звуков. Culture Code, он тебе пишет. I think I need you, WhatsApp people. Хай, Culture Cop. Во. Ну что, пробуем дальше? Пробую, я пока тут попродаю сейчас всякое и в общем, что-нибудь прокачаю. Мы очень много с тобой набрали всяких вкуснях. И вот здесь самая прокачка и прет после вот этих уровней. В пещерах вот этих вот наших скитальцев каких-то. Вот сколько нового всего понабрали там. Так, это три штуки. Обалдеть. Топаз, принцесса. Так, продать. Обалдеть. Что-то я тоже заразился, короче говоря, этой мании собирательства. А вот Вить, у тебя какой любимый язык? Ну, в смысле, не которым ты говоришь, а из... какой? А? Из категории иностранных. А, иностранных? Вот. Да? Тройка твоя любимых языков.
Ну, так как я, в общем-то, знаю только из иностранных более или менее английский, то все-таки, наверное, я его назову. Но вообще очень хочу французский еще выучить. Ну, или хотя бы как-то начать. Так, зачем я эти патроны выложил? Французский мне еще нравится. У меня мама, когда училась в школе, их учили именно французскому языку. И она пыталась меня научить хотя бы и читать от 1 до 10. Ага. Ну и как? Ну, в свое время научила. В принципе, ну, ты забыл уже, да? Ну, конечно. Время-то прошло сколько. Понятненько. Не, ну хоть что-то, да. Так. Антох, ты перезаряди вон пистолет свой, тебе патронов дал. На этот. Угу. Пистолетик. Так, что, надо прокачаться, вот что. Слушай, а ты дробашом не пользуешься? Попробуй мне его передать, сможешь или нет? Может, у тебя получится? Я тебе не могу сейчас дать, к сожалению. Да. Сейчас, погодь. Снаряжение. Калтер Коут опять матерится. Что-то на new. Или что-то он, может, нет, хотел написать неу. Неу. Ну и естественно, нет, я могу слово его... блят. Блят. Я могу его либо продать, либо. А, так, ну а я могу тебе. Передать мне не можешь, да? Да, я тебе не могу даже броню передать. Ну ладно, хрен с ним. Так, чё я еще хотел-то? А, блин, прокачаться, ёб. Прокачаться, ёбкость. Блин, зачем я перезарядился? Да, можно же было счетерить. Так, тут Саня Лысенко спрашивает. Ты нет, вырубали, много пропустил. Ну, я не совсем, не знаю, на каком моменте ты там отключился. Ну, мы прошли очередную главу, завалили мотылька этого сраного. Ну и, в принципе, вот... У нас был перерыв, поэтому, наверное, ты немного пропустил. Так, емкость. О. 40 тысяч, да ладно. У меня было 49, осталось 16. Так, блин. Плохо, что черный дробаш. Тот. Что-то я-то тебе его отдал, но ты им что-то как-то не пользуешься. Да, потому что все патроны тебе уходят, поэтому нафиг он мне сдался. Ну, блин. Я бы тебе давал. Так, ладно, это до магнум еще качну. Улучшить. Ну, что-то Culture Code там пытается изобразить, но непонятно. Culture Code at yesterday, what's up, people tried to say 9 in German. А, это по-немецки, типа, no, ну, nine, no, no. Nine? Нет, нет. Вот поэтому и говорю, 9, он и по-немецки нет, но по-английски 9. 9, nicht. Хэндехох. Хэндехох. Я могу только это сказать. Is it Friday night? Кстати, не знаю, когда вы ушли, когда вы ушли ссать, срать и кушать. Неправда, не было такого. Понятно. Тогда я вообще ничего не пропустил. Собственно. Я только одну сигаретку скушал, и все. Так, чё? А, не хватает. 7006. Ладно, все. А, вот так. То есть я с магнумом, блин, пошел теперь, да? Вот, смотри. Кстати, я тебе патроны дал? Дал, на магнум. Да, но я-то их не взял с собой. Так, гренка. Так. О, вот этот уровень сейчас будет, это такой сейчас сложненький. Угу. Тут, я думаю, так, даже мы можем сдохнуть по разику. Часы на другую сторону перевернул.
Сейчас будет намного проще. А то у меня часы от Даниэля Кляйна. Ой. Так, Culture Code. I'm playing GT4 and don't know what card to use in Lightweight Cup. Lightweight. Lightweight. I don't remember two Culture Code. Card. What car need to this champ? Да, и тут тоже разрывает, короче говоря. В общем, нам надо собрать вот три плашки вот этих вот сюда вот. И не попадаться, как ты уже, наверное, понял, под вот эти лазеры. Но их можно вырубать, эти лазеры. Главное вырубить чувака, который им управляет. Но отсюда его не достать. Да, тут я его не вижу. Их, по-моему, трое будет вот с этой стороны. Вон с той еще и еще где-то. Сергей так, Геннадьевич, да. Привет. Удачного прохождения. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Привет и тебе тоже. Присоединяйся к нам, друже. Так. Что, надо перебежать вот сюда. И замочить первую плашку. Ты видел, куда я сиганул? Угу. Давай сюда тоже. Вау, уже стреляют. Да ладно, ты чё, серьёзно? Мазафаки. Так, нахер пошёл. Так, мины. У меня тут мины. Воу-в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 оу-
Ладно, возьму, потом передам. Так, сейчас, блин. Прикончат нахер. А кто ж виноват? Ну ты где есть? Я ж тебе сказал, перебегай сюда. Что ты там делаешь? Собиралка, ну, всякую. А, блин, ну все, хана мне сейчас. Ну ты здесь нет, где ты есть-то, блин, где ты лазишь? Я далеко, а тебя далеко. А-а-а. Красавчик, блин. Зато видишь, орнул. За то что? Зато орнул. Так, alter code. I played the Mitsubishi Evolution Cup. I'm interested in the price car. Already Mitsubishi Evolution Cup. You told lightweight cup. Так, это нахрен. Ты бы, наверное, вон те 16 патронов выложил на автомат. Чё они у тебя это? Не, лишние, они пригодятся. Не. Так. Так, все, тогда давай вот так вот будем делать. Давай за тобой. Чихнул. А, вот куда ты зашел. Так ты карту включи, ё-моё, я ж тебе говорю, карту. Так у меня она включена, я просто не увидел этот проход. Так я у тебя спросил, говорю, ты видел, вот куда я побежал, да? Так. Короче, у Люлюшка появится. А, его здесь нет. Так, всё. А чё ещё?
еще. А, вон, да-да-да, вон. Бегу с собаки. Ну ёлы-палыч. Серьезно, что ли? Бам. Со стороны это смотрится, конечно. Будьте так любезны. Отпустите. Так, все. А, ты еще жив, что ли? Ух! Че, еще не всех убили, что ли? Продолжаются. Звуки. Лицеприятные. Как где? Ты меня напугал, блин. Так, на вот. Так. Давай маленькую закушаем. Давай сейчас. Так, ох ты, блин. Пришел. На тебе в щи. Ну вот, все. Сейчас вроде отбились. Так, на дроп. Ага. Возьми. Culture code. Do you like Resident Evil? Сейчас тебе бабахнет. Ё-моё, куда ты встал? А я забыл об этом. Офигеть. Ну точно баба, блин. Память как у рыбки. Так я же это говорил еще. Кыш. Е, окей. Так. Так, контрольная точка. Ну хорошо. Значит, уже хотя бы отсюда начнем. Так. Надо, короче, туда вперед пробраться. Потихонечку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, здесь между этими. Там и там ждет. А, блин, где ты есть? Я чуть-чуть не успел. Ты зайди, зайди куда-нибудь. Точно. Назад откатись. Да, блин. Блин. Я не вижу ничего. Сейчас обоих долбанет. Да, ёпта. Так я не видел нифига. Ладно. У меня просто красный монитор и все. Агония. Ты же говорил несколько раз погибнем. Ну так погибнем, господи. Ну то, что я это сказал, это не значит, что это надо в жизнь выполнять. Так. Блин, лечилок нету. Так, а там будет лечилка? Там, по идее, одна должна быть. Не хочется с собой брать просто. Из инвентаря так. Лечилочку. Давайте вот так вот сделаю. Так. Что-то новое вот появилось, вот. А что? Гранатомет? Ага. Вот так вот я тебе сделаю. Кисло. Взрывчатые выстрелы. Круто. А, ты мне. А у тебя сколько еще таких лечилок одинарных? Одинарных еще одна. А. Два спрея, а две здоровых лечилки. И одна обычная, два спрея. Ну ладно, что, погнали. Давай. Внимательней, короче, с этими лазерами. Так. Так, окей, значит, одна уже вставлена, туда нам идти не надо. Сейчас вот, как только она появилась, ну, можно вот так перебежками, раз, вот сюда направо. Теперь, оп, и вот сюда. И стоим между, между, тихо-тихо-тихо, не ходи туда, там тоже лазер. Так, теперь нам надо
А, вон там. Здесь ништячок, по идее, ага. Так, мелкими перебежками. Так, надо вон на лестницу справа. На лестницу справа, 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 справа. Да ёлки-палки, блин. Стожопая баба. Попросю. Попросю. Говорю же, в тренажерку надо, в тренажерку ходить. Так, блин, как они заколебали. Так, а слушай, ты отсюда вот не снимешь? Нет, еще не видно, блин. Пыри сраные. А, еще и в двух разных направлениях херачат. Так, ну, в принципе, можно хоть в ту сторону, хоть в ту бежать. Но лучше влево сходить сначала. Влево, погнали! Ух, есть. Сейчас вот пролетят. Давай. Давай, 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 давай. Мать, я бегу. Есть. Отлично. Так, а вот отсюда, вот твои патроны на снайперку, отсюда, 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 по-моему, ты можешь снять. Кстати, возьми траву. Траву возьми. Так, хорошо. Ну, давай. Вон трава. У тебя большая лечилка, да? Угу. Так, ну одну можно, кстати, сейчас прямо использовать. О, есть, да? Видишь, то бишь. Отлично, шикарно. Так, ну в общем, теперь... Вот насколько я помню, вот на одной из таких горящих статуй должна быть BSA-эмблема. Ну, наверное, не на этой. Ну, я не вижу. Ладно, я тебя туда должен перекинуть. Тебе придется забирать ее. Ну ты забирай сразу же сюда вниз. Вон оттуда как-то ты спустишься и снова вот по этой дорожке сюда прибежишь. Будем вместе отбиваться. Там и улюлюшка придет, и куча этих упырей будет. Так что... Да, вот. Тут и на меня, по идее, тоже будет сыпаться. Тварь. Сзади, 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 сзади. Как-то не экономно потом. Так, сзади меня тут никто не поджимает. О, улюлюшка вон здоровый. Иди-ка ты нафиг. А, он ко мне пошел. Да все, забирай, короче, эту хрень и давай ко мне. Беги. Ой, убери эту хрень, не видно ничего. Да, блин. О, как он мне в щит отдал. Красавчик. Ага. Хорошо. Уработали. А все благодаря кому? Благодаря хрупкой женщине. Так. Если я тебя туда не перекинул, сейчас тут куковали. Так, ну теперь нам надо... Да. Забыл. Снова так же сначала вот сюда. Оп. И вот сюда. Ой-ой-ой-ой, бежу, бежу. Блин, опять тебе в щи дали, да ё-моё, чё ж такое-то, а? Я хотел блестяху взять. Сейчас тебе ещё раз всадят. Всё, так.
Так, где же эта сраная BSAA эмблемка? Так, отсюда этого упыря не видно. А, во, вон он. Да? Все, хедшот. Вот сейчас, по идее, больше этой хрени нет. Тогда я пошел за блестяхой. По идее или нету? Так, да нету, нету. Мне теперь надо эмблему найти. Чёртову. Я не помню. Culture quota must go flying, so goodbye and have a nice day. Bye-bye, culture code, thank you to coming. Maybe you come tomorrow to this channel and we will play again in Resident Evil 5 in co-op. Да. И от меня bye-bye. I say, Antoha, say to you goodbye too. И фанди. Так, о, да ладно. Пацаны! Пацаны, чё, серьёзно? Ну, ладно, будем биться. Ба! Так. Так, на дробаш возьми сзади. Да ты чё, кто там нахер? Всё, что ли? Сзади на дробаш. Could you write to Instagram in the comments from the GT stream yesterday? You write your Instagram yesterday. I find it and I find you myself in Instagram. Да ты чё? А кто-то там ещё шмаляет, ёлки-палки, сверху что ли? Ага. Оу, е. Так, слушай, ну я, блин, точно помню, что вот на вот этой вот, на одной из таких хреновин должна быть эмблема. Я не вижу. Значит, на той, наверное, которую мы пропустили. Окей, okay, got it, culture code. Можешь подлечиться? Так, да, у меня две... Ай, у тебя две лечилки. В принципе. Давай ну, ты, давай, наверное, ты лечи, мне. Потому что у тебя места свободного вообще нету. Так. И стой. Вот так вот сделаем. Ладно. Ладно. Так, что ж за... Ну, нам, по идее, вот здесь вниз надо. Вообще-то. Да, блин. Блинский, блин. Ладно, пойдем. Потом разберемся. А, или у нас они уже все есть, да? Так, так. Блестяху одну вижу. Так.
Только. А, ну да, это я сейчас подойду к этой двери опять. Ой. Не туда. Так, что у нас тут? Че, ты кого-то там шмаляешь? Блестяху скинул. Да мы бы сейчас к ней сами подошли. Ну ты-то знаешь, я-то не знаю. О! Вон. А, жди-ка. Блин. А, вот тут мы еще что-то не взяли. Ништячки какие-то. Так, наверное, мне придется опять тебя перекинуть там, вот, где первый раз тебя закидывал. По-моему, все-таки... Осталась эмблема. Если я, блин, не ошибаюсь. Ее, наверное, ее может быть не видно отсюда. Попробую я вот сейчас тебя перекину, ну, снова туда. Ты там как-то со снайперки можешь посмотреть. Может, заметишь. Culture code, okay, so goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye. Так. Пусто. Блин. Чё, дома? Пусто. Вот наверху она как-то вот... Их же сколько здесь? Вот раз и два, да, которые мы там сожгли. Блин, ну ведь, ну, ну пусто все. Пусто, да? А, еще ж третья вот тут есть, где мы это первый раз ходили. Первый раз в первый класс, там, блин, где эта хрень? Эмблемки-то мы все собрали, тут больше никого не будет. Ага, вон они опять втроем стоят здесь. А что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось. Какого хрена? Так, погодите-ка. Пацаны! Так. Так, вот еще один. Блин, нифига не достреливают. Да ты чё, серьезно что ли? Прям до сюда? Да пошли нахер, твари. Сдох? Да, блин. Да, блин. Ты как так-то не попадаешь, блин? Отойди назад, ты их со снайперки сниму. Пускай они подходят. Видишь, что ли, оттуда? Ну, ты я сюда подошел просто поближе. Оттуда-то их не увидишь. Так они к тебе будут идти, нет? Нет. Стоят там. Есть-то. Заблудился? А, вон. Ну вот как-то отсюда, короче, их снимать. Есть? Угу. Еще не все. Все. Наконец-то, блин.
Так, ну остается только вот эта штуковина. О, отлично. Шикардос. Так, да твои ладно. Патроны. А? Твои патроны. А я на пистолет, наверное, возьму. Да-да. Какого нахер вообще происходит? Где чертова эта эмблема? Блин, ну, вот сейчас я точно знаю, что она должна быть. Это не как в тот раз. Может, мы случайно ее сбили? Уже. Так, Саня Лысенко, это уже начался какой-то Томб Райдер, Лара Крофт. С пистолетом по руинам знакомо. Ну есть, может, да, чуть-чуть такое, такой экшончик действительно Томб Райдеровский. Так, о, не зря все-таки лазим тут. Так. Нет. Это не то, не то, не то, не то, не то, не то. Ладно, короче, погнали. Раз уж нет, так нет. Тем более есть у меня еще одна мыслишка. О, Beer Fanatics. Лару Крофт лучше по рукам. Они по руинам, да? Ну, каждому свое. Так. Центральный проход, короче, открыт. Да. Мне казалось, она вот на той должна была быть. Либо на той, либо вот на той. Нет. Я просмотрел только что обе. Полностью. Ну ладно. Если только сбоку где-нибудь. Непонятно. Ну да, она вот как-то еще так запрятана, что ее... Забыл. Саня Лысенко, Вите бы еще мечи в руки, и будет Dark Souls или Skyrim. Ну, типа Крис такой. Брутальненькой, да? Так, а вот здесь действительно вот первая и, наверное, единственная загадка, прям вот загадка такая в пятом резиденте. Ох. Ба. Яичко. Ох, эй. Мужик собирает себе яички. Ну, а что же делать? Ох, эти мужчины. Здрасте.
блин, чертовы крестьяне. Собрали тут, видите ли. Угу. Додумали же. Так, в общем, аккуратно с лучами, они с одного удара убивают. Сейчас надо будет крутить их, одному прятаться, а другому крутить. Так. Наверное, вставай вон туда. Вон, видишь? Панель там заденет. А нам тут надо... Короче, надо вот, чтобы вот тот лифт заработал, ну, к нему лазер подвести. Так. Вот сюда? К лифту. К лифту. Так, там ничего нету, вот. Тоже, смотри. Вот эти можешь ножом позбивать. Могут быть какие-то ништяки там. Так. Здесь в первой, по-моему, ничего не должно быть, насколько я помню. Тут нет. Так, ну здесь, по идее, все должно быть. Так, ты на приступке на этой стоишь? Угу. Не спускайся с нее, потому что сейчас лазер буду крутить. Угу. Чик. Ага. Beer Fanatics, одно яичко заменяет 100 грамм колбасы. А я же их не ем. Он их собирает. Да. Потом себе вовнутрь там в нижнюю одежду собирает. Че вы думаете, он такой, так, типа, кажется качанный просто так? Давай. Все, я все сделал, как обычно. А, все? Тебе осталось только подойти и тыркнуть кнопочку, да. Одно движение сделаю. Абуза ты моя. Абуза. Абузова твоя. Абузова. Так, 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 так. Сейчас погоди. Надо вот. А, или это тоже в третий будет. Вот туда. Так, пещер тут вроде бы тоже нету, да? Ну ладно. Так, это у нас... Бам! Я сильный, ё-моё. Я все пропустил. Так, вон еще одна. Кто? Что? Вон платформа стоит. Да, господи, и... это я знаю. Думал, ты эмблему нашел BSA. Блондинка, говоришь? Ой, ему лишь бы эмблемки, а. Вот помню, раньше в детстве мы собирали эти квантики. Этот эмблемки собирает. Когда так, аж где, вырастет, где там, господи, там, боже мой. Там что-то... Так, погоди, там что-то блестит рядом с тобой, где-то там. Вообще ничего не видит. Что блестит? Что? Где? Ага. Готов? Ага. Теперь вот эту вот, ну, да. Вторую на третью, а третью уже на ту. Thank you.
Фига без меня не могут. Ну чё, всё, тут что-то блестело, ты собрал? Да. Сейчас, короче, последний лабиринт, он, блин, самый сложный, мать его. Самый сложный, тут надо сначала... так, подожди. Не открывай, главное, сундук вот этот. Угу, сразу. Хорошо. Ой, здравствуй. А, вон там у нас лифт, а нам надо вот на эту... Эбиса и эмблемка. Столько идти ради чего? Да, вот это, вот именно эта локация, она, конечно, прям вот Tomb Raider, там Uncharted тоже напоминает, да? Угу. Так. А, во, вот сюда надо направить на этого господина. Так, 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 так. Так, ты где? Ну, я пока спрячусь. Чисто на всякий пожар не спрячусь. Ну, да. Так, надо нам теперь вот туда пройти. Мумию первую Ир Фанатик говорит, напоминает. Ну да, антураж тоже. Ну вообще вот вся вот эта вот дичь пещерная. Мумия в смысле кино? Ну да. А, ну тогда да. Так. Пока что я сам себя в ловушку завел. Как вы думаете, мне стоит выходить или нет? Блин. Так, вот. Вот теперь можешь идти и забирать сокровища там. Угу. Так, ну я в одну тогда пойду. Ой, золотой, господи, здравствуйте, блин. Чё там? Да, всякая хрень жужжит. А, пауки опять вылезли? Угу. Обосралась, тварь, где ты? Вон она, после тебя и убью. Так, ладно, тут еще вот на черепах есть. Добивай все. Забивай карманы полностью. Так, теперь надо перенаправить вон туда. Так, тут вон тюки. А, что-то только одну, что ли, осталось. Так, ну я подходить не буду, поэтому давай сам делаю. Так, окей. Так, как это делать? Оп.
А, хрена с два, да? Так она. А, она откуда? Вот отсюда будет бить? Нет, она по идее должна. Ну-кася. Крис, ты не спалишься? Усё, ха-ха. Да так, ладно. Саня Лысенко. Вопрос Сема. Вы играете в игры серии TES, The Elder Scrolls? Ну, там, Morrowind, Skyrim и так далее. Хо-хо-хо. Саня, Саня! Саня, 500 часов. Это только в официальной версии Skyrim наиграно. Вообще не играл. А сколько наиграно в пиратку, я вообще не знаю. А я вообще не играл. У меня есть и Skyrim, и Special Edition, и который первый был, и потом с модами. И, короче, есть на холодильник Skyrim выходил, потом я тоже купил. На видеокамеру, да, отдельно, на телефон, на все, короче, у меня есть Skyrim везде. Но надо сделать маленькую ремарку, то что... кроме Skyrim, в принципе, я в серию TES больше вообще не играл. Oblivion пробовал. Вот. В те времена, когда вышел Oblivion, я еще на готике плотно сидел, поэтому тогда мне Oblivion, ну, как бы, что-то не понравился, не зашел. Сейчас я недавно его пробовал играть, но, видимо, графончик уже устарел или что, не знаю. Ну, в общем, тоже не алло. Morrowind... Ну, совсем что-то как-то грустно. То есть, а Skyrim, да, это прям огонь. Так, ну вот, сейчас начнет хотя бы по чуть-чуть сюжет развиваться. What is this place? Так они наркотой трулюют, что ли? Ну, это, короче, вот из этого цветка, типа. Это же маки. Т-вирус. Ну да, у нас это мак. Снежок, а у них это Т-вирус называется. Офигеть. Тяночка знает, что такое Umbrella, откуда. Я, между прочим, умный человек. Не сомневаюсь. Поэтому я знаю, что такое зонтик по-английски. Так, опять же две смерти, блин. А, ну и время такое себе, да? Племя Ндипая. Так, тут Алекс Вульф говорит что-то про Steam. Для чего нам придумали Steam? Чтобы удобнее было понтоваться часами игры. Ну, одна из фишек, типа. Хотя половина фишек Steam вообще не понимаю, там, типа там, ой, можно отзыв оставить. Никогда в жизни я не оставлял никакие отзывы. Я думаю, что таких людей не так уж и много, кто там вот прямо в Стиме отзывы там на любую игру оставляет. Так. Если что-нибудь засрать, это пожалуйста. А если что-то хорошее, то, по-моему, отзывы никто и не оставляет никогда. Давайте опять же на 2 минуты прервемся. И пожалуйста, господа, те, которые в чате, уйдите с его канала на мой канал. Все, все на мой канал. Ну его нафиг. Он мужлан. Он даже голову не моет и не бреется. Ну, в смысле, Крис. Так, ну вот вы слышали эту. Поэтому. Невменяемую личность. Да, а я женщина умная. Мышки побритые. Мышки. Голова мытая. В нормальности тогда можно усомниться, если у тебя дома есть мышки, и они побриты.
Ладно, давай, короче, шуруй, курить или что-то там собрался делать. Вот. Я тут пока попродаю всякое. Попрокачиваюсь. Так. Блин, ну вот, наконец-то мы куда-то хотя бы пробираемся. Нашли, наконец-таки, значки Амбреллы. Наконец-то, наконец-то, ух. Вот он, вот отсюда начинается более-менее резидент. До этого вообще непонятно, что было. И Tomb Raider был, и выживач какой-то фаркраевский в Африке, и еще что-то очень непонятное. А сейчас, да, вот началось настоящее приключение. Блин, меня только печалит, что мы одну эмблему БСАшную все-таки упустили. Я просто пытаюсь вспомнить. Ну, блин, я помню, что она должна была быть на этих вот истуканах горящих. Их там три, блин. Все три обсмотрели сверху донизу и не нашли. Стрёмно. Так, ладненько, что у нас можно качнуть? О. Так, этот на максимум. Что с пистолетом? С пистолетом только емкость опять. Я вот не помню, но, по-моему, у этого пистолета, когда его качнешь, какая-то вообще нереальная емкость, типа там 250 патронов, что ли. Что-то такое, по-моему, будет. В общем, тут качать и качать еще. Закачаться просто. Так, ладно, один разок качнем. На 45 пулек. Так, что еще? Магнум. Магнум. Ну, это магнум самый слабенький, по-моему. Этот на полной прокачке 3200, по-моему, будет. Да, потом мы найдем еще то ли Desert Eagle, то ли пустынный, ой, этот, то ли ястреб там какой-то, хок. Вот, он будет 4000, и есть еще 5000-ный магнум, это за что, за плюшки за какие-то дают его. Бирфанатик, мы все это время, оказывается, херню смотрели. Ну, практически, да. Не понять, что. По крайней мере, игру, которая не могла определиться, кто она. Так. А сейчас начнется Resident Evil. Так, о, как раз ровно 10 тысяч. Все. На этот прокачан полностью на мощь. И осталось еще десятку вкинуть в емкость, и все. Магнум тоже полностью прокачан. Фишка в чем? Тут, когда полностью прокачиваешь какое-то оружие, оно появляется вот там, где я вам в начале игры показывал список. И его можно будет купить за... Ну, открыть сначала, а потом купить за внутриигровую валюту с бесконечным боезапасом. Вот такая вот штука. Так, а Итака у нас полностью прокачан. А, емкость еще тоже. Так, емкость. Ну ладно, емкость это уже не так критично. Так, 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 так. Гранатомет, по-моему, не улучшается, да. Так, наверное, я все-таки тоже на минутку отойду, ребята. Долг зовет, природа зовет. Не расходитесь. I'll be back soon. Thank you.
Мид тут? Я еще, наверное, максимум час. Потому что... Действительно, проблема какая-то. Че проблема? И со... Ну, с голосом и со статьей. Поэтому я вот час еще посижу, наверное. Ну, ладно, тогда сегодня пораньше закончим. Че уж. Вот. Че? Так. Продолжаем. Так, 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 Саня Лысенко, а мне не очень нравится тест. Например, чтобы прокачать ловкость, надо массу всего изучить и качать. Сложновато. И сделать это можно прямо в каком-нибудь поле, а не у мастеров, как в Готике. Ну, на самом деле, когда я с Готики только перешел на Скайримчик, мне тоже это сначала показалось какой-то вообще читерской хренью, думаю. Само вообще все прокачивается. Ну, типа, чтобы прокачать ловкость... Там просто надо, что, с лука стрелять, да, например. Ну, поэтому такое себе. Если там одноручный меч, то надо мечом махать, и вот сам там прокачивается. А потом я как-то к этому прям привык очень сильно, и сейчас мне это уже не кажется таким уж. Ну, то есть, с одной стороны, это наоборот реалистичнее, что именно ты сам, да, там, ну, как бы пользуешься. Чем больше у тебя практики, тем... лучше ты пользуешься той или иной вещью. Ну, с другой стороны, все равно, конечно, тебе нужен какой-то мастер, чтобы он в правильном направлении тебя, в общем, куда-то толкал, вот, пенделетин наподдавал там и прочее. Ну, в общем, не знаю, мне теперь и та система норм, как бы. То есть я на Skyrim не хочу ничего там бочку катить из-за того, что там другая система прокачки. Она тоже нормальная, имеет место быть. Умения там всякие вот эти вот прокачивать, зато можно. Ну, древо умений. Нормально. Бирфанатик написал, я никуда не ушел. Я с бутылки. Ай ты мой хороший, ай ты молодец. Потом закатываю и продаю как компот. Лимонад. Так, вот, ну ты сокровища попродавал? Так. Прокачай, продай сокровища. Ну, пока я трындел, ты там попродаешь. Прокачайся. Сейчас жескач тоже будет на самом деле. И мы тоже можем там слиться. Да легко. Ладно. Пару раз-то уж точно. Устлать дорогу своими трупиками. Это нормально. А, ты тут написал, качать сложновато? Да ну, ладно тебе. Да в Скайриме качаться в 100 раз легче, чем в той же Готике. Там, тем более, какую-нибудь магию вообще читерски можно прокачивать. Идешь там куда-нибудь, ну, телепортом не пользуешься, просто цвыркаешь там, ну, не знаю, неслышимые шаги, используешь магию, кастуешь ее постоянно, и у тебя просто магия, там, я не знаю, можно ее за полчаса до 100% прокачать. Ну, за час, ладно. Поэтому, не знаю. По мне так в Скайриме... Ну, это относительно только Скайрима. Я толком не знаю, как там в Обливионе, но мне кажется, точно так же. И в Обливионе все это качается. Единственное, в Обливионе там очки умений есть, они там нет, не знаю. Ну, в общем, Скайримчик, да. Ну и так как я теперь фанат Скайрима, я теперь очень жду, конечно, 6-го ТЭС. ТЭС 6... Ну, то есть анонс-то был, понятно, но такой, типа, просто бросили чего-то. Они сами еще, наверное, даже не знают, что куда. Не, ну знают, конечно. Концепт тоже, наверное, готов. Но выйдет еще, я думаю, 6-й ТЭС очень нескоро. Как бы не на следующем поколении. Ну что, я готов. Готовченко. Ну тогда, погнальченко. Mm-hmm. I wonder if this is what Irving meant by так. Answers. Not sure, but obviously there's a connection with Umbrella. Вспоминают. And that's never a good sign. We can worry about this later. For
First, we need to find out about Jill. You're right. Конечно. Let's see what we can dig up. Самое главное, Джилл. Тут еще и Umbrella замучена, что-то на этом. Вескер он появился. Логотип Umbrella, черт возьми. Эти-то тут откуда? Цветочки. Да-да, набери цветочков. Так, вот тут очередная эмблемушка. BSA. Так, и тут где-то должны быть еще... С той стороны, по-моему, жучок. А в той стороне тоже, по-моему, то ли цветы, то ли еще. Ну, сбегай туда. С той стороны, кажется. Осмотреть. Umbrella, что проводила исследование на этих цветах? Ну, а чё бы и нет. А может, и проводила. А может, и не проводила. Так. Ну, чё там? Есть чё-нибудь? Жучок? Да, жука взял. А, ну, значит, наверное, всё. Наверное, всё, тады. Тады, ой. Прочесть документ. Дневник научного руководителя Бейли, номер один. Да ладно. 1966 год. Ух ты. 4 декабря. Однажды мистер Спенсер упомянул цветок, который назывался «Лестница к солнцу». Ух ты. По легенде, этот цветок дает тому, кто съест его, невероятные способности. Все думали, что это всего лишь миф. Но последние исследования показали, что мы ошибались. Так, далее. Первым, кто признал правдивость легенды, был мой учитель, доктор Джеймс Маркус. Он предположил, что может существовать еще не открытый вирус, который способен модифицировать ДНК. Он гений! Его гипотеза подтвердилась! Вирус, обнаруженный в этом цветке, получил название «предок». 3 месяца мы вкалывали в Африке, дрожали над результатами и отбивались от негров. О, видите? Здесь написано слово это. Так что все нормально. Вот. Мы не расисты, нет. Это просто игра. И, наконец, наши усилия были вознаграждены. Да. Даже доктор Маркус, который до вчерашнего дня падал с ног от усталости, как будто ожил. Он хочет как можно скорее вернуться домой, чтобы продолжить исследование. Я тоже. Мы узнаем секреты вируса, как только сумеем. 1967 год. 12 февраля мы уперлись лбом в стену. Мы привезли из Африки цветок предок и попытались культивировать его здесь. Первые посевы вируса предок не обнаружили возможности модификации ДНК. Короче, обосрались. Мы начали культивировать цветок для массового производства вируса. Сначала все было в порядке. Растения были здоровы и хорошо росли. Вскоре они зацвели. И тут начались проблемы. Цветы не содержали вируса. Может, ключом к развитию вируса служит природная среда цветка? Необходимо изучить ситуацию подробнее. 23 марта. Никаких успехов. Мы пробовали сажать цветы в самых разных условиях, но вирус не развивается. Мы уже и почву меняли, и воду, и температуру, и освещенность безрезультатно. Я ввязался в дискуссию на повышенных тонах с доктором Маркусом о том, что нам делать дальше. Во время нашего спора мистер Спенсер выдвинул совершенно дурацкую идею о том, чтобы основать фирму. Оказывается, не совсем дурацкая, видимо, была идея. Зачем нужна фирма, если вируса у нас нет? Он что, не понимает? Это бессмысленно. Может, его за нос водили просто? Так, интересно. Так, бирфанатик, цветы, походу, псилобициновые. Что бы это ни значило. Какие? Псилобициновые. Господи, что это такое? Не знаю. Бирфанатик много всякого знает. Он вчера нам про чизет сказал. А тут еще одно слово. Так, Саня Лысенко.
Я в Skyrim почти не играл, установил Morrowind и испугался от системы боя и прокачки. Не думаю, что другие ТЭС сильно отличаются. Лично для меня Готика была лучше. Для меня тоже была Готика до поры до времени лучше, но Готики, к сожалению, больше нету, а серия ТЭС продолжает жить. Поэтому Готика уже устарела, а Skyrim шикарная игруха. А, блин, я твои патроны зачем-то взял. Так. Morrowind-то он уже морально устарел, ну то есть там графончик, там все дела, конечно. Опа. Так. Поэтому попробую в Skyrim-чик поиграть, не знаю, может зайдет. Хотя, если ты попробовал, тебе не понравилось. Так, дневник директора научного центра Бейли. 98-й год, о, смотрите-ка. Времена первой, второй, третьей частей. 16 ноября мы закрыли наш центр. Странно, но мне все равно. Мне вообще все равно. Точно так же, как было все равно, когда я узнал, что мне все равно, мне все равно, все равно, мне все равно. Когда я узнал, что Арклейский центр... Тут пишут Рекон Сити. В Рекон Сити стерт с лица земли. Ну блин, какой Рекон, Ракон. Когда я успел настолько погрузиться в апатию? Когда, видать, нюхал цветочки. Все свое время я посвятил исследованию и выделению вируса предок. Все, что я делал для доктора Маркуса. Кстати, если подумать, похоже, мне стало все равно в тот день, когда я услышал о его смерти. Я не чувствовал ни радости, ни злости, ни даже шока. Просто ничего. Как будто все мои чувства просто отключились. Может он так и действует? Я просто продолжал отправлять образцы вируса во все лаборатории Umbrella. Я превратился в живой факс, который включался и отправлял письмо в главный офис Umbrella всякий раз, когда кто-то из моих людей делал открытие или обнаруживал что-то новое. Я существовал как зомби, без мыслей, без чувств. А теперь научный центр, где я провел полжизни, закрывается. И мне все равно. Да. Возможно, это и к лучшему. Поздно мне уже обустраивать хоть какое-то подобие жизни. Ну, может быть. Так, еще что-то. Да блин, ну я же говорю, сюжет просто сейчас пачками будут выливать. Дневник, так, значит... давай теперь я. Че? Ладно, читай. Дневник научного руководителя Бейли номер 2. 68-й год пошел. 15 апреля. Прошло больше года, результатов никаких, так что доктор Маркус и я решили вернуться в Африку. Нельзя продолжать исследования дальше без вируса. Знаю, постоянные атаки местных истреплют мне все нервы, но ради науки я готов это вытерпеть. Короче, негритосики там их, видать, это не очень жаловали. Мистер Спенсер нашел решение для моей проблемы. Если вы беспокоитесь из-за местных, давайте их просто уберем. Ого. Видели бы вы потрясение на наших лицах. Эта идея никогда не приходила нам в голову. Да, решение более чем нетрадиционное, но другого варианта у нас нет. Мы с доктором Маркусом решили попробовать план мистера Спенсера. 19 августа. Наконец-то хорошие новости. Нам сообщили, что негров наконец-то удалось выгнать. Приобретенная нами земля составляет всего половину подземных руин. Но если мы получим цветочный сад, проблем не будет. Мистер Спенсер сказал, что собирается построить прямо там научную лабораторию, которая ускорит исследование вируса. Мы поспешно приготовились вылететь в Африку, но мистер Спенсер решил, что доктор Маркус останется в Ракон-Сити и возглавит учебный центр. Поначалу мы были обескуражены, но вскоре поняли, что это самый логичный вариант. Доктору Маркусу нужна спокойная обстановка для продолжения исследований. В Африке ему негде будет работать. Надеюсь только, что африканская лаборатория вскоре будет построена. А пока я один отправлюсь в Африку и буду отсылать доктору Маркусу образцы вируса. И доктор Маркус, и мистер Спенсер согласились, что это наилучший вариант. Мне пора начать приготовление. Похоже, с завтрашнего дня я буду очень занят. 29 сентября. Уже 2 недели я в Африке. Хорошо, что доктор Маркус не поехал. Здешнюю обстановку никак не назовешь подходящей для научных исследований. Так называемая лаборатория – это всего лишь кучка палаток, и нам приходится держать на территории вооруженных солдат для обороны от негров.
Ну, видать, негры тоже, ну, как с этими, блин, америкосами поступили, бусами бы их какими-нибудь засыпали, и все нормально было. Чё они? Так, ну, больше всего мне действует на нервы шум со стройки, где возводится настоящая лаборатория. Как прикажете мне сосредоточиться на исследованиях, когда все, буквально все сводит меня с ума? Я пытаюсь просто собирать образцы вируса с цветков, чтобы отправлять доктору Маркусу. Надеюсь, если уйти в работу достаточно глубоко, я смогу сохранить рассудок в этой богом забытой дыре. 69-й год. Да господи, ничего себе, тут до 2000-го будет, что ли, все. 15 июня. Лабораторию наконец-то достроили. Вот теперь это настоящий африканский научный центр Umbrella, а не палаточный городок. Но за последние 9 месяцев я кое-что понял. Эти лошади... А, ой. Эти площади для нас слишком малы. Их нужно расширить. Сделать более пригодными для исследований. Тогда мы можем заполнить их более талантливыми учеными. Это место должно стать нашим передним краем в исследовании вируса предок. Наши результаты сослужат огромную службу доктору Маркусу и его проекту. И чего я точно не ожидал, старый гриб Спенсер согласился. Так, ну вроде все. Да ладно. В общем, лаборатория здесь африканская выводила некий вирус предок, оказывается. Так, короче, фишка, смотри, в чем. Вот эта вот тварь, которую мы сейчас видели, это как раз-таки спаун. Они, если ходить вот медленно, они тоже не слышат. То есть, как и во втором резиденте. Вот, поэтому до последнего надо будет, ну, не бегать, короче говоря. Когда стоять. Назад. Когда скажу. Вон. Когда скажу, тогда и побежим. Так. Копия квитанции. Учебный центр Umbrella доктору Джеймсу Маркусу. 5 коробок с образцом предок. 15 декабря 1977 года. Директор Африканского научного центра Брэндон Бейли. А, ну, этот квиток тут остался. 30 лет уже лежит. Как он еще не истлел? Так, что у нас тут? Ага. Тут уже явно выжимка какая-то из цветов. But they could be using them to produce biological weapons. This is the facility from the picture, no doubt about it. We're finally getting somewhere. Вон, бирфанатик говорит, все правильно, негро по-испански черный. Да, именно. И все вот это то, что придумали, вот эту толерастию, она просто от незнания вот этого вот, от тавтологии, не знаю, типа нельзя их называть неграми, а черными можно, или темнокожими. То есть чё, вы серьезно? Ну, в общем, да, тупость и бред. Так, а тут вот Трайсел, дневник ученого Трайсел Мигеля номер один. 19 февраля. Когда я услышал, что это та самая лаборатория Umbrella в Африке, я загорелся. Но потом я увидел ее, да, и это теперь называется лабораторией. Не знаю, как люди Umbrella могли тут работать. И одному богу известно, что толку с нее будет нам. Комплекс давно заброшен. Для нас тут нет ничего ценного, не осталось никакого оборудования, по крайней мере, работающего. Не скажу, что я удивлен, я чего-то подобного и ожидал. В любом случае, главное, это вирус предок. Так ее типа потом восстанавливали, что ли? Недавно сюда перешли обратно, видимо. Если бы не этот вирус, нам бы не потребовалась эта развалившаяся лаборатория. У нас уже есть образцы вируса Т, вируса G, вируса Т Вероника, даже паразита Лас Плагас. Все, что нужно для исследований, у нас есть. Не было только этого несчастного вируса предок. Но мы наконец-то получили его. Надеюсь, теперь мы сдвинемся с мертвой точки. Не могу дождаться, когда этот вирус попадет ко мне в руки. 7 марта. Интересно, кто первый назвал это существо лизуном? То есть понятно, что стоит увидеть этот длинный язык, и имечко просто напрашивается. Но для таких ученых, как я, бор вроде лизуна сплошной геморрой. Если я скажу, что лизуны слишком совершенны, я им чересчур польщу.
Но они, по сути, просто эволюционный тупик. Ничего тут больше, нечего тут больше совершенствовать. Бор, созданный на основе вируса Т, не показывает существенных улучшений при введении вируса предок. Ну, тут есть какие-то улучшения. Ну, то есть какие-то улучшения есть, например, обоняние у них более или менее улучшилось. Вот. Еще, короче говоря, пукать нельзя рядом с ними, да? Но это и все. Они по-прежнему слепы, как кроты, и страшны, как ядерная война. Самый большой скачок в их развитии, теперь они умеют размножаться. Воу, вот это да. Фига себе. Теперь не могу, терпеть не могу, когда все идет не как положено. Но раз на рынке есть спрос на лизунов, пожалуй, все не так уж плохо. Вот так. Ну, в общем, нам тут про лизунов, в общем-то, говорят, что они стали... Обоняние у них лучше, что они получили возможность к размножению. Вот. Интересно, как, почкованием или вегетативно? Так. Ну и то, что они слепы, как кроты. Так, еще что ли документ? Так, тут еще что-то написали. Beer Fanatics, ЧЗ и Ява, культовые мотоциклы СССР. Да, может быть. Но я об этом ни черта не знаю. Саня Лысенко. Для меня нет, для меня ТЭС фигня. Я каждый год перепрохожу Готику 3 и не надоедает. Нифига себе. Еще и третью Готику. Она же богомерзкая. Вторую еще, ладно, Готику перепройти. Ну, то есть вторая это прям ух, шедевр. Блин, ну третья не. Там боевка просто жуть, просто. Просто кошмар. Как они могли такое дерьмище сделать, не знаю. Ну, неинтересная боевка, в смысле, она имбовая какая-то, читерская. Личное электронное письмо. Привет. Знаю, это неожиданно, но мне скоро дадут отпуск. Мы почти закончили новый проект, извини, но ты же знаешь о работе, мне говорить нельзя. Так что нам дают отпуск в качестве поощрения. Ты не стреляй в монитор. Он бронирован, пули не трать. Весь персонал уезжает завтра, и наконец-то мы выберемся из этой страны. Я сразу поеду в Аризону, наконец-то попаду домой и смогу наконец-то всех вас обнять. Видно сразу, женщина африканская вообще ни черта не понимает с техникой, вон, как обезьяна обращается. А главное, наконец-то я отдохну от великого и ужасного Мигеля. Мигеля? Он считает, что он прямо супергений. Мигель — это мужик, который сидит на работе рядом со мной, и он неплохой ученый. Не поймите меня неправильно. У него бывают хорошие идеи, и он неплохо замечает детали. Но стоит ему открыть рот, он начинает гнать про то, какой он замечательный. Представьте себе, выслушивать это целыми днями. Но почему мы не снотворное разрабатываем, я бы ему подсыпал. Но хватит об этом. Главное, что я через несколько дней буду дома. Когда приеду, позвоню. Пойдем и напьемся вместе. Мне определенно не повредит. До скорого, Райан. Ух, у меня аж язык уже устал читать. Заплетаться будет. Все, давай, сваливаем отсюда, пока они нам еще не подкинули. Все? Этот. Так, не бегаем. Не бегаем. Бегаем. И бери что-нибудь мощное в руки самое. Ну, вот автомат, да, или там. У меня мощное самое СВД. Или гранатомет. Нет, нету. СВД в ближнем бою, оно, ну, такое себе. Ну, хотя не знаю. Смотри сам. Да и что-то меня дергать начинает. Куда дергать? В смысле, саму игру. Так. Ну, бери, наверное, патрончики, да? Я чуть-чуть больше. Так. Хорош уже накручивать-то. Так, тут, по-моему, никого не будет. Вроде. А, ну да, пока не будет. Что тут? Смотреть. Похоже, тут пробовали какие-то поработали какие-то звери. Да. Явно не муравьи. Чик. Ага. Встреча. Лизуном это всегда красотища.
А, блин, короче, не сейчас еще будет. Ой, крысы. Фу-фу-фу. Так, смотри, какие крысы здоровенные. Вот я всегда ждал во втором резиденте, если честно, вот таких крыс. Потому что, ну, как бы, там нам в определенный момент показывают, да, что крысы растащили вирус Т. Угу. По канализации. Ну и ты такой думаешь, ну конечно, значит, должны появиться крысы-мутанты. Но как-то нет. Есть пауки-мутанты, есть мутанты. Еще всякие. Да не стреляй ты по ним. Не надо. Они ничего на... Да не стреляй, не трать патроны. Хватит. О, да ладно. Даже так. Ох, какой у тебя язычок. Так, еще один, опа! МП5, а дача до такой степени, как будто, я не знаю, гатлинг. Прокачка не помогает, да? Уменьшать. Угу. Так, ну это только было знакомство с ними, это вот два первых. Сейчас тут, короче, их будет... Я помню, тут будет момент, когда их будет просто, я не знаю, штук 12, наверное, нас переть, а то и больше. Так, Саня Лысенко, видь на вкус и цвет. Меня покорил открытый мир. Нордмар на севере и пустыня на юге для меня все три части объединил великолепный сюжет. Ладно, может быть. Для тебя так, для меня нет. Для меня третья готика самая плохая. Ну, из тех, которую делала Пиранья Байтс. Так, вот патрончики твои тут. Для меня самая лучшая — это вторая готика. Знаю, что есть попытки переделки ее на новый движок, там все дела. Так. Так. Я тогда возьму. У тебя есть? Да, бери, комбинируй. Так. Блять, горло болит, а? Боже мой. Простыл, что ли? Да хер его знает. Так, чё, бери. А чё там? Калаш? Mm-hmm. Блин, а нахер мне калаш? Этот патроны придется на автомат делить. Ну и ладно. Зато у тебя есть дроп, и у меня теперь есть автомат. Калаш, по-моему, из автоматов самый мощный здесь. Так. Мир Фанатикс, это не крысы, это местные кролики. Это, блин, местные коровы, я бы так сказал. А, вот сейчас будут они. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Сейчас и будет это. Так, бери снайперку, наверное, сейчас. По-моему, они сейчас издалека будут вылазить. Так, у меня даже дальнобойного-то чё-нибудь нет. Такого уж прям. Калаш теперь есть. Так, чё у меня? 30 патронов. Так, сейчас, подожди секунду. Давай. Да что ты прихорашиваешься? Я ж уже столько раз говорил, что мне Джилл по нраву. Кладки мне. Да прокладку нравится. Она меняла, господи. Где, в ухе, что ли? В ухе. Так, не дергай вот за этот рычаг. Так, В, значит, Веном. Или В, значит, Вендетта. Есть Веном. Давай, ты есть Шева. Мы есть Шева. Так, вон, не бегай. Так, сейчас идем, короче, медленно. А потом, как они, когда сломают стекло, надо прям бежать будет до конца коридора. Идем. Аккуратненько. Алекс Вульфан пишет: Ви А Шеном.
Шеном. Шеном. Так, а, вот сейчас мы, короче, с ноги, когда будем по этой двери бить. Оп, все, погнали, 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 погнали. Да, блин, выбивай дверь, господи. Погнали, 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 погнали. Вперед, 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 вперед. И вот здесь надо будет отстреливаться. Сначала вызвать лифт. Вот, а теперь отстреливаться. Они нас сейчас вот будут прям зажимать. Все. Давай, бери что-нибудь дальнобойное. Так, у меня гранат нет. Красавчик. Так, погнали. А, блин. Так, ну давай их уже завалим. Ой. Ай. Во-в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 о-
Да блин! Отбились, да? Капец, патронов почти нет, нихера. Ну ладно, ну, что-то надо валить. Мне только на пистолет осталось. Уи! Так, бери себе яйцо. Яйцо с гнездом. Я же бабками. Нормально. Так, вот. Так, это твои патроны, да? Так, Саня Лысенко, ты же знаешь, меня в играх привлекает сюжет, а другое не так уж важно. Вот поэтому мне и понравился мультяшный The Walking Dead. Ну, так, вот патроны твои еще. Мне, например, Life is Strange нравится, там тоже, ну, геймплей там, как бы, такой не особо, да, но сюжет прикольный. Ну, героини классные. Тоже, в принципе, мне именно из-за сюжета, можно сказать, нравится. Ну, и так, фича подлечить? С отматыванием времени. Прикольная. Так, отличись. Так, ладно. Камон! Чего ты орешь? Камон. Так. О, да ладно, что, уже что ли? А, сейчас босс будет. Я что-то думал, он дальше. Здорово. Так, это чё, твое. Одну я возьму. Так. Ну и в принципе все. О, а у тебя есть еще патроны на пистолет? Дай мне, я до полных перезаряжу свой пистик и отдам тебе назад. Так, там же была упаковка. Ну я ее взял, ну так у меня 45 уже, видишь, вмещается. А-а-а. Так, чё, всё? Чё, реально всё? Да мы сейчас, блин, сдохнем. Гранат нету нихера. Нету, кстати. Не, у тебя, по-моему, пару гранат одна есть. Одна, у меня есть граната. А надо, по-моему, 4 минимум. Во, вот да это мне тоже нравится. Его. Смотри, как круто выглядит вообще. Не, вот выглядит красиво. Мне нравится, когда начинается вот именно с лабораториями сегмент. Wait, that means Jill might be here. И сейчас, кто сейчас Бирки? Сейчас найдем мы Джилл, ага. Сейчас вот такая Джилл будет. Я думал, Биркин будет. Какой Биркин? Давно гниет где-то там в Ракун Сити. Серьезно? Вот так вот? Да. Это был босс. Ага. Собственно, мы сильный его победили. Он сам умер, глядя на нас, такой, ну их нахер. Пошел я отсюда.
Так, ну Крис просто показывает чудесные навыки хакинга, просто ломает. Мне вот это всегда нравится. Знает, что делать, куда жать, что-то тыркают, выркают. Вот она, чинка, вот она. И мы едем на ее этаж. Но мы не доедем. Мы доедем до кое-чего другого. А, вон уже видно, по-моему, было. Какой ракурс был. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. Капец, да, сколько тут тысяч. It stopped. Короче, объясняю, ему надо будет сначала стрелять по лапам этой хрени. Mm-hmm. Ну там поймешь, короче, такие лапы сверху. Вот. Потом у них там откроются такие пузыри на лапах. Надо будет стрелять по ним, по этим вот пузырям, потом он будет падать. А про КТЕ? А зачем я это все рассказывал? Так, ладно. Так, снаряжение. А, ну, кстати, хорошо, что мы сюда это. Так, удалить. Ладно, это удалять не будем. А где мои патроны? Патронов нету, да? Так, 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 так. Где грены? Грены, во, грены. Окай. Грены нужны будут. Прям грены, грены прям нужны будут. Очень сильно. Давай тебе скину. Да все, все, хватит, я же взял уже. Я 5 штук взял. Этого, по идее, должно хватить. Плюс там еще должно быть. Но у меня 2 гренки есть. Ну возьми на всякий случай, может ты будешь рядом, ты закинешь. Там надо будет с помощью КТЕ ему в пасть запихивать. Ну, в смысле, подбегать к пасти и, по-моему, на F нажимать и прям. Ты же сказал. А, огненные, блин, огненные. По-моему, огненные не канают. Огненную выложи. Обычные надо. Так, тут можно кое-что продать, так что продай и прокачайся, если что. Так, автомат я тоже нахер выложу. Так. А, что ты грену мне отдал? Ну да, нафиг она мне нужна. Ну, тоже пускай будет. Мало ли. Не, пускай, ну, пускай а, дай у назад. Тебя будет одна хотя бы. Где-нибудь, я говорю, мимо будешь пробегать, может, воспользуешься. Так, что еще? Да и все, собственно говоря. Блин, патронов на пистолет нет, вот это плохо. Ну да ладно. Алекс Вульф пишет: Биркин про Биркин, Джилкин про Жилкин. Так. Блин, что мне больше прокачивать? Ничего, что улучшить. О, 18 тысяч, что мне можно? Емкость на десятку. О, все. Магнум прокачан полностью у меня. Уа. Шикардосики. Ладненько. Так. Готовщинка. Не хватает бабок. А. У тебя на автомат нету до патронов? Нету. Улучшить. Ну что, давай попробуем. О, а можно же емкость. Вот, можно же читерить точно. Емкость. Хоп. Да? А, да ладно, не хватает. Почему? А, типа прокачано на максимум. Тьфу, ты, блин, ну ладно. Ладно. О, дай мне вот эти 17 патронов. Я их заряжу. На. Сколько у меня там лезет? А, у меня, наверное, все и влезут, да? А, собственно, и все. Да, так. Прикольно. Сейчас биться. Серьезно, без патронов. Так, 45 плюс 30 это 75, плюс 10 это 85. Не, ну с дробаша, 80. В принципе, у меня достаточно много на дробаш патронов. Вот если они кончатся, то тогда будет плохо. Хотя там тоже будут давать патроны за... Он будет каких-то пчел выпускать или мух каких-то ссаных. Их если убивать, то с них патроны будут... А, ну сейчас вот здесь еще нам что-то дадут, да? Ручная граната, да, вот. Что еще? Так, патроны, ага. Пистолет. Так, одни возьму. Ага. И на дроп. Так, все, да? Что у нас есть?
О, давайте так, вот эту Грену, наверное, отдам. Давай. Я не понимаю смысл защитного жилета. Смысл в том, что ты медленнее теперь бегаешь и получаешь меньше урона, типа от укусов, там, от всякого говна такого. Но это, в принципе, заметно, потому что тебя когда бьют, ну, в общем, у тебя обычно меньше жизни утекает. Бесполезная вещь, проще говоря. Ну, смотри сам, короче. Саня Лысенко, Витёк, ты же не против, что я в группе выложил свой крик о помощи? Пройти High Stakes на ПК! Да не, не против. Был бы против, я бы уже давно удалил этот пост и тебя бы забанил. Бирфанатикс. Игра Half-Life 1, как вам игра? Шикарная. Проходил ее, проходил дополнение, глушив первую часть, здесь она сильное на меня впечатление произвела. Даже, наверное, первая на меня больше впечатления произвела, чем потом Half-Life 2. Хотя Half-Life 2, конечно, шикарен. Грави-пушка просто. Можно было вообще больше ничего не делать в Half-Life 2, только грави-пушку и все. Да, просто грави-пушку сделать и все. Так, а что, мы же смотрели, давай пропустим это говно. Только сейчас будет QTE, да? Ага. По-моему, A плюс D было. Главное, чтобы не F плюс V. А я и то сделаю сейчас. Так, подожди, еще раз пропускаем. А, или нет? Или да? Нет? Что, нельзя пропустить? Why? Ух, какой он, крабик-то. Саскут. Так, сейчас вот по ногам, по переднему надо стрелять. Вот, вот, блин. Ох ты, нифига, сразу щи получил. А ты как, ты жив? Так, ну его нафиг, я на другой срывак. Так, траву бери. Так, а, у него уже открыты эти херовины. Я думал, их надо сначала открывать. Вот, стреляем по вот ногам, вот это длинное. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, мужик, мужик, иди нахер! А блин, у меня уже агония. Помоги, пожалуйста! Ааа, ты где? Да нафиг ты меня сдался? Олян! Thank you very much. Вот это любезный. О, о, патроны, патроны на дробаш! Шикардос. Живем. Ха-ха. Так, где эта скотина? Так, что это? Оу, фак, что это такое? А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот сейчас надо подбегать и грену. Кто первый успеет? Опа, так. Бря. Главное, он еще пасть не поп закрыл. Молодец, правильно, так и надо. Вот у него оголилось это вся хреновина. Так, чё? О, гренчик здесь есть еще. Отлично. Вау-вау-вау-вау. Жив, тихо. О, опять. Закидывай, закидывай. Бежи, 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 спасибо, бежи, бежи. Молодец, да, на, вот так вот. Оп, тут же. Урок у тебя вообще спортсменка, что ли, да? Гимнастка, комсомолка? О. Что такое? Что такое? Опять сейчас кутые, нет? Что? Я забыл. Ох, точно было кутые, блин. Трава лежит, кстати. Бля, куда это он полез? А, вот, вот дрюха, вот какие-то херовины, видишь. Вот их если убивать, короче, будут дроны там, всякие. Вау-вау-вау-вау, сильно. Вон патроны на снайперку вылезут твои. Гремы ручные, ой, хорошо, ой, на дробаш патрон. Так. Я люблю крабиков, ты чё? Я люблю крабиков. Так, вроде опять упал. Ага. Я бегу. Возьми патроны, пожалуйста. Они исчезают. А, вот собственно всё. Сколько? 4, да? 3.
три я, один раз ты. Пойдет. Ух. Ну, у нас счет 1-1 на самом деле. У нас тоже разок угандошил, да? Да, один на раз. Саня Лысенко пишет, HL обе части люблю. Конечно, шикарно. Я даже люблю все три части. Даже Half-Life 3 люблю заочно. Я обожаю Half-Life 3. Так, я бы Джилл приехали вот, кстати. Посмотрим. Джилл! Джилл! Моя Джилл! Где же ты? My love! А? Ты растворилась? Ты стала киселем? Черт! Где она? О! Это Эксела? Испаночка. What the hell are you? Excella Guillaume. Guillaume. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Нифига там у нее. Бампер, конечно. Подушечки безопасности. Where is Jill? Крис такой, where is Jill? А потом такой, настоящий или нет? Отвечай! Так. Конечно, известно. Да, она вообще все знает. Да, где Jill вообще, сволочи? Так, глава очередная пройдена. Ну, я так понимаю, все, да? Как раз да. Час. К сожалению. Так. U8. Вот это вот U8 был образец, который мы сейчас долбили. А нифига я тебя сделал. Где ты меня сделал? У меня 2А, а у тебя 3С. Вернее, 2С. Иди на. Ну и где ты меня сделал? 2С у меня. Я круче, ё-моё. Ну чё? С кем я так, разговариваю S. вообще? Ну с так... блондинкой практически. Ну по... Красивее же золото. Ну, красивее. Ты ж ворона, поэтому да, для тебя там чё красивее, чё блестит, то и... Ай. Главнее. Мужчина. Сместить. Это выкинуть. Это выкинуть. Так, сокровищ нету, все продали. Все, ну, кстати, сокровищ уже так. Примерно половину собрали. Так, 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 так. Можно прокачать что-то, да? Так. 50. Мать вашу, серьезно. 18. Пирфанатик пишет, Half-Life 1 в кооп мутится? Да ну ты чё, какой холоп? Half-Life 2 была в те времена, когда кооп был только это, ну, сплит-скрин типа и всё. Разделённый ну, экран да. На одном мониторе. Ни о каком коопе но тогда ещё и речи интересно. Не было. Саня Лысенко, 2 Фримена? Ого, ну это в принципе на ответ на... кого мутится в Half-Life 1 или нет. Ну там, например, могли бы, конечно, теоретически чисто сделать там Фримен, например, и какой-нибудь этот вот из Blue Shift солдат, за которого играем, или там какой-нибудь профессор бы там тоже рядом бегал. Саня у тебя спрашивает, я вчера в дом кибердемона завалил шотгана. Повторишь? Знаю, я в Doom вообще не играл. Я даже не пойму, о чем ты говоришь и насколько это вообще круто или нет. Может, это вообще днище какое-нибудь? Ну, типа, кибердемон там, этот, ну, типа, знаешь, доктор какой-нибудь, который себе вместо глаза там что-нибудь вставил, это и все, он уже киборгом считается, а ты там пришел его и прихлопнул с дробаша. Типа, это круто. Ну, я шучу, конечно, но я говорю, я не знаю, про что ты говоришь. Поэтому...
Причем это, скорее всего, он даже не мне говорил, а тебе. Потому что ты же там что-то обещал в Doom играть. В Doom? Нет, не обещал. Ну, он тебя, по крайней мере, просил вчера на стриме же. Dead Space, там потом и Doom, говорит, можно пройти. Не, ну, после Dead Space. После Dead Space будет Dead Space 2. Да, потом третий. Потом третий в коопчике. Да, в коопчике потом... я еще могу поиграть в Dead Space. Потом у тебя дети появятся. Мама от ли кого? Вдруг? От Dead Space? От Dead Space? Ты что? Спаси, боже. Так, ну что, тогда будем закругляться, да? На этом. Да, к сожалению, я не могу. Да. У ну меня а реально... чё завтра ты как? Ты чё там? Чё, как вообще? Ну мы же завтра созвонимся, поэтому... Ну, до часа я, по крайней мере, все равно просижу. Поэтому... Не, ну я имею в виду, в смысле, ты завтра как в теме, ну то, что в коопчик, да. Там Resident Evil 5, все дела. Да. Ну хорошо тогда, да, завтра также в 22 часа, ребят, по местному и в 15:00 по Москве. Ну это уже как бы график такой не меняющийся, уже должны были все запомнить. Вот. И люди, кстати, тоже не меняются. Ну, в принципе, да. Вот, поэтому... Поэтому, Саня Лысенко, дробовик. Просто ракеты закончились и пришлось с двухстволки валить. Ну, это что-то типа наподобие Дюка, наверное, когда там какого-нибудь босса валишь, у тебя БФГ закончилось или это РПГ, и ты там начинаешь что-то с баффало-рафало какого-нибудь там пукать. Нифига себе у тебя инвентарь. Ну-ка вниз пролистни. Чего? Вниз инвентарь, пожалуйста, будьте так любезны. Вниз вот пролистну. Тут пусто. Тебе бездонность моего инвентаря, что ли, понравилась или что? Что ты хочешь увидеть? Чего тебя удивило? А, ну то, что у тебя... Дарей, то, что у меня находится, то... А, у тебя типа меньше? 4 пушки, 1 граната и 3 хилки. Все, да, у тебя там нифига не себе. Ё-моё. Хорошо, что еще чё-то столько там сохранилось. Баба, блин. Все продает, не знает назначения вообще чего. Пулями просто кидается. Ну, то есть из кармана достает и кидается. Ну, как им играть? Как вот еще объяснять женщине, как пользоваться оружием? А? Гранаты тоже. Че? Какие гранаты? Нафиг, типа, мне эти железки нужно выбрасывать их просто. Бир фанатик, вот скажи, вот как с ним играть? Вот, пожалуйста. Да как, легко и просто. Ну да, легко. Не просто, но легко. Потому что мужлан небритый. Небритый, вонючий, потный мужлан. Все, я считаю, все пункты шикарные. Настоящий мужик. Вот. О, смотри, треугольнички мы уже все собрали. Вот 5 штук уже есть. Сердечки 3, значит, еще 2 найдем. Вот алмазов только 1. Так, топазы тоже все 5. И сапфиры, да, все 5. Да. Ну их, в принципе, да, их много. Ладно. А тут что-то это все прощаемся, никак проститься не можем? Или ты еще все-таки на одну главушку настроен, или как? Нет? Нет, к сожалению, ну, так, не могу. У меня реально с горлом проблемы. Как в этом, в операции. А у меня... Горло, ага, горло, и голова, ага, и голова, без мозгов. Не, я бы не шутил, если бы не было действительно с этим. Да ладно, не обижайся. Да, мне на тебя-то обижаться. В коопе играть в Diablo 2 было бы весело. А чё, в Diablo 2 есть кооп? Да? Я не знаю. Это кто-то написал, в смысле? Ну, Александр Лысенко.
пишет. А, вот, сейчас только у меня появилось. Витя и Антон, а вы не хотите в коопе поиграть в Diablo 2? Было бы весело. Я играл в Diablo клон. В само Diablo я ни в одно не играл, а, ну, как Диаблоиды, да, их там сейчас называют. Что-то, то ли Dungeon Siege, то ли Dungeon Keeper, вот что-то такое я играл. И на один вечер меня прям очень сильно эта игра затянула. Я играл чуть ли не до утра в нее. Вот, и все. А потом как отпустила. Но засосала очень глубоко, как бы, и хорошо. Но потом я утром такой, о, что это было вообще, раз, и все. И больше никогда я в это не играл. Даже не понял, что это было, в общем, не знаю. Поэтому фиг его знает. Не, ну когда тебя называют диаблоидом, я бы, конечно, не играл бы в это. Вон, Алекс Ульф пишет, кооп во всех диаблах есть. Что, даже в первой? Фигась. Да вообще ладно. В 90-е вышло первое Диабло, по-моему. Тогда с интернетом-то проблемы были везде. А уж кооп. Не, здесь только слип-скрин. Сплит-скрин. Еще может быть. Ну ладно, раз знающие люди говорят, значит, наверное, так оно и есть. Не все мы с тобой, оказывается, знаем. Да, да, все знать невозможно, много будешь знать, состаришься, вот это, там, меньше знаешь, крепче спишь. Угу. В общем, тупорылым спится лучше и живется. Такой демотиватор чисто. Люди, будьте тупыми. Ладно, все, короче, давайте прощаться, то мы так уже 10 минут сидим тут, что-то это, не понять о чем. А то горло у тебя совсем сядет, завтра будешь вообще молчать. Все, всем, короче, пока. Спасибо, что были, комментировали, лайки там ставили, в общем, общались и все вот это вот. Спасибо, что посещаете нас, смотрите наши совместные стримчики, все такое. С вами да, был, как всегда, Скудер, Антоха, WhatsApp People, ну и канал Ни Слова о Стримах. Увидимся завтра, ребят, в 15:00 по МСК. И все, народ, всем пока. Извиняюсь.